Ситуацию с банком Мегаполис и ряд других вопросов обсудили сегодня на коллегии Министерства финансов Чувашии. Итоги исполнения бюджета Чувашской республики за 2020 год выглядят следующим образом. Рост по доходам почти 20%. В абсолютных цифрах это 70 с лишним миллиардов. По росту доходов республика занимает 5-е место в ПФО. Расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26%. Наибольший рост расходов отмечается по таким направлениям, как здравоохранение, социальная политика, культура, охрана окружающей среды и ЖКХ. Коллеги Министерства финансов и Общественный совет ведомства обсудили задачи на текущий год. Повышение эффективности использования бюджетных средств, прозрачности управления финансами, финансовой грамотности населения.